Всем привет, ребята! С вами снова я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Сразу попрошу вас, поставьте лайк. Вот сейчас зашли и сразу поставьте лайк под видео, потому что потом забудете, некогда будет. А сегодня у нас будет распаковка посылки. Я заказывал вулканическую резаную лаву специально для того, чтобы наматывать на нее буцефалам, возможно, мхи. И вот она мне сегодня пришла. Вот в такой коробке, под цвет моей футболки прям. Итак, для распаковки нам понадобится коробка, конечно же. Канцелярский нож, куда же без него. И весы. Зачем весы? Я проверю вес посылки. Итак, включаем весы. Обнуляем. У продавца я заказывал килограмм лавы. Килограмм. Кидаем коробку на весы, смотрим. Смотрим, 1285 грамм. А это значит что? Что это значит? Что упаковочный материал что-то весит. Вот. И что продавец положил нам бонус. А это круто. Давайте распакуем, посмотрим. Запаковано хорошо, качественно. Лава не разобьется. Итак, смотрим, что внутри. Так, все аккуратненько у нас проложено газеткой. И вот она, лава. Резаная вулканическая лава. Вот, черного цвета я заказывал. У продавца есть красная и коричневая. Вот на белом фоне, наверное, будет видно лучше. Ну и вот такие кусочки. Тут внутри. Сейчас возьму линейку, посмотрим, какой же размер этой лавы. Давайте ее взвесим. Один кусочек 57 грамм. Ну, плюс-минус, тут есть не очень ровные куски. По размеру нарезает он, вот, вы видите, можете увидеть, 5,5 сантиметров на 3,5. Ну и тут куски приблизительно есть, конечно, вот такие, ничего страшного, тоже пойдет на намотку. Мне не было критично, чтобы они прям были супер ровные, хотя очень приятно. Так, поехали дальше, сейчас посмотрим, что же там внутри дальше в коробке. А дальше, ребята, оказалось, что я говорил выключенный телефон. Ничего страшного. Значит, я распаковал, вот тут был бонус приятный от продавца. Это как образец, тут лава, на ней прирощен Fissidens Fox мох. То есть я смогу посмотреть, как это он прирос и как это выглядит. Вот. Спасибо большое продавцу за такой приятный бонус. По лаве. Лава отличная, мне понравилась. Сейчас буду промывать ее и дополнительно промывать и подготавливать к намотке буцефаландр. Всем, кто захочет приобрести данную продукцию у продавца для жителей Украины, пожалуйста, я оставлю ссылку под описанием видео и телефон, номер телефона продавца. Обращайтесь, могу смело рекомендовать этого человека. Продавец более чем адекватный. Вот, заказывая уже не первый раз. Вот, на этом, ребята, распаковка закончена. Видео про то, как я буду наматывать, это уже будет в другой части. Ставьте лайки, если вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. На сегодня все. Всего доброго.